Свободу Станиславу Асееву. С таким требованием представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к российским властям. Асеев известен своими критическими материалами о группировке ДНР. За это его и задержали в Донецке в мае 2017 года. Материалы автора опубликовались в украинских средствах массовой информации. Он выходил под псевдонимом. В своих материалах Асеев описывал реалии, однако на неподконтрольной территории Донбасса установлена жесткая цензура для медиа, существуют уровни допуска журналистов к различной информации, блокируются сигналы телеканалов, а независимые СМИ и отдельные журналисты вынуждены работать анонимно.